Выстава продаж «Щодрая осень» открыла у Гомелі сезон перед новогодних выстав. Сегодня она распочала работу у Лядовым палаце. Свою продукцию тут представили каля 40 предприемств, у большинства свое мясцовых. Основные тематичные разделы – вопротка, обуток, парфюмерия, харчовая продукция. Представлены так само сувениры, выробы народных умельцев. Як поведомили у региональном отделении Белорусской гандлево-промысловой палаты, у снежни перед новогодние выставы пройдут у Речицы, Светлогорску и Гомелі. Самой буйной из них станет 11-й республиканский универсальный кермаш «Новогодний калейдоскоп».